последняя мишень, Вольф. Но я понятия не имел, где он. Я знал, что у Иванов в Восточном Берлине есть штаб командования по проведению специальных операций. Возможно, он с ним как-то связан. Я собрался и отправился на звуки боя и танковой стрельбы. Это было одно из самых опасных мест, куда можно было сунуться. Но мне нужны были ответы на вопросы, и я мог получить их только там.
Спасите Боба! Найдите его! Ищите лучше!
тебя найду! У меня оставалось не так уж много дел, но и этого было достаточно. Табун был отравляющим веществом, быстродействующим и смертоносным. Вдохни его, дотронься до него, даже просто посмотри на него, и все органы в твоем теле откажут самыми ужасными способами. Это была идея Вольфа. Он был специалистом по химическому оружию. Он помогал русским начинить этим веществом оставшиеся ракеты Фау-2. Их цель — Лондон. Эти красные свиньи представят все как последний удар возмездия фашистской Германии. С убийством Вольфа можно было подождать. Теперь больше ничего не имело значения. Я должен был остановить запуск.